Продолжаем прохождение Evil Inside. Ужасная игра, страшная. Я не люблю хорроры, но мне, блядь, придется. Поехали. Глава 4. Да, ебать, я бы уже поиграл с наушниками, нахуй надо. Ой, сука, что так громко-то? Ага. Нахуй. А, эта дверь не открывается. Хуй с ним. Заебись. В зеркале еще не отражается даже, а? Здесь ничего тоже не открыть, ничего не юзнуть, ничего не взять. Иду, короче. Ёпана, ох, ебать. Глазики смотрят. Тоже нехорошо. Ладно. Ёп. Глазастый дом какой-то. Что мы можем? Ничего здесь не вариант. Ничего не нажать, не клацнуть, не юзнуть. Ясненько. Ладно. Здесь сейчас тоже ничего не открыть, да? Охуительно, надпись, которую я не могу прочитать. Я же, блядь, английский не знаю. Хуй с ним. Что это значит, интересно? Google в помощь. А, щель в стене. Заебись. И что нам это даст? Нихуя. Ровным счетом ничего. Абсолютно. Где эта щель в стене? Сейчас какая-нибудь хуйня будет. Да, чекай, проверяй. А, блядь, нихуя глаза пропали. Теперь мне надо щель в стене найти, да? Я музыку потише сделаю, нахуй. Опа, дверь открылась. Не, я, короче, понял, я больше в хорроры играть, блядь, не буду. Нахуй надо. Это ужасно стрёмная, страшная хуйня. Пиздец, какая кровяка. Ух, ебать! Чего, блядь? Заебись. Какая-то, блядь. Ну а чё, нормально, полуподвальная, если это вообще не пещера, блядь. Грибочек. Всё жрать можно? Нет. Ничего с ним сделать нельзя. Ладно, хуй с ним. О, блядь, музыка прекратилась. Пизда, нахуй. Опять грибочек. И еще. Что за хуйня? Самое стрёмное, что я играю сейчас, а на дворе ночь. Слышите, блядь? Кто-то ревет, блядь. Ну все, пиздец. Не реви, ёпть. Не реви, блядь. Сука, не реви, мне пиздец страшно. Ебать, ты в колодце нахуй, что ли? Ай, бля! Бляха, муха, твою ж налево. Это воспоминание было какое-то. Базару, братан, я с тобой согласен. Я бы, конечно, с матом сказал.
Пять кругами ходить, да, походу? Все закрыто. Блядские самолеты. Опять этот подвальчик. Блядь, на том же месте опять кусок этой хуйни будет лежать, серьезно? Вы угораете? Прикол, да? А в натуре здесь же еще одна лежит. Ну все, что, юзнули, забрали, заебца. Нездоровая канитель вообще. Все, опять по новой сейчас пойдет, отвечаю. Чать, в чем прикол? Ёбаный насос. Не, все, я туда не пойду. Нахуя так делать? Зачем? Блять. Ведь реально, что да, сейчас. Вот назад ты не пойдешь никак. Все. Закрыто. Хуй с ним, пошли. Я просто заранее приготовлюсь, что там пиздец. И, блядь. О, блядь. А что ты стучишься? А зачем ты, блядь, не стучи, сука? Да ёб твою мать. А, блядь, с ванны кто-то стучит. Да ну не ты чё? Пизда, нахуй, блядь. Иди нахуй. Нахуй, я сказал. Нахуй, блядь. Сюда нельзя, да? Ага, блядь. А как, блядь, идти и туда смотреть? Ёбаный насос. Блядь, еще эти пятна ебучие. А чё ты, блядь, стучать перестала, сука? Ты уже съебалась оттуда? Вот, сука, блядь. Ебал я эти хорроры, блядь, да пизда, пацаны. А здесь тоже все закрыто, блядь. А здесь. А, ну да, та, там она перестала стучать. Ты такой прошел, блядь. Теперь иди назад. Охуенно. Мне нравится. Не, закрыто, блядь. Ну пошли хули делать. Блядь! Не, нахуй надо, зачем? О, сука! Ля, блядь, открылась дверь. О! Пошли. Чего, блядь? Зеркало сп... Чё? Чё? Стой! Ш... Блядь! Я виновный. Пиздец, я точно виновный. Нахуй я зашел в эту игру. Ебаный рот, я виновный. Нет, не подходи. Я виновный. Все хорошо, базару ноль. Свет включен. Сука, мать твою, ёбаный! Охуян, блядь! Пердечный сриступ, сука. Нахуй такие игры играть? Нахуй вообще такие игры делать? А зеркало спиздило. Чё булькает-то? Самое неприятное, наверное, в любом хорроре может быть, это какая-то хуета в ванной. Потому что какая-то хуета в ванной, она всегда выглядит страшно, блядь, и уёбищно. А страшно и уёбищно, это вместе вообще пиздец как уёбищно. Ладно, куда идти? Туда сейчас. Я виновный, я же не мой отец. Базару ноль. Что-то опять какая-то хуйня сейчас будет. Вангую, блядь. Нет, все нормально. Фу, ну хоть где-то, блядь, ничего не сделали, ничего не впихали, все какой-нибудь скримаг. Закрыто. Блядь, закрыто. Да что за приколы у вас? Почему я должен ходить туда-сюда? А сейчас будет скримаг. По-любому. Что мы еще можем здесь? Фонарик! Это, блядь, самое охуенное, что можно было найти в этой блядской игре.
Ага, разбил, сука, люстра нахуй такая, блять, она дорогая по-любому. Угу. И что мне дает фонарик? А, о, блять, открылось. Это надо было просто взять фонарик, и дверь открывается. Охуительно. Ебать, задумка охуевшая просто. И за эту игру нам предлагают отдать 310 рублей. Блять. То же самое место, на том же месте это говно лежит. Еще один кусочек вот этой вот доски, блять. Хорошо, забрали. Нахуя фонарик? Это сейчас, блять, вообще свет. Это света вообще не будет сейчас, наверное. Это же вообще обосраться можно. Хорошо, на него батарейки не надо искать, какого пласта. Ну да. Пожалуйста, блять. Пожалуйста. Ха. Разрабы точно хотят, чтобы я, блядь, навалил. А я не хочу. А мне нахуй это надо? Ой, сука, ёбаный рот. О-о-о. Пошла музыка. Не. А так? Ага. О, а так нету. А так есть. А нету. А, есть. А пососать, блядь. А пососать. Ха! Ха! Наебал. Так вот опять. А иди нахуй. Ха! Наебал игру, блядь. Ну, вообще-то не наебал. Все равно туда идти, чтобы пройти ее, да? Закрыто. Давай, давай, какая-нибудь хуйня вылези сейчас. Что? Что сейчас? Что происходит? Закрыто. Открыто. Закрыто. У, сука, блядь. Короче. Я что подумал? Это же пиздец, да? Я-то здесь. Меня там нет. Чё мне бояться? О, сука, блядь. Тварь ебаная. Что ты? Люстру повесил назад. Молодец. Нихуя себе, ну это вообще прям, это уже прям, это прям жесть. Это прям страшно. Так нельзя делать. Блять. Вот эти еще пылинки ебаные летающие. Так, хорошо, мы сейчас возьмем еще один кусочек доски и, я надеюсь, включу за свет. Потому что дальше так играть, блять, обосраться можно. Но тут... Главное, чтобы сейчас в подвале еще какая-нибудь хуйня не произошла. Вот я думаю, по идее, ближе сейчас пойти взять кусочек этой хуйни. То есть, или включить рубильник со светом. Следуя логике дебильных инди-разрабов, если взять сначала кусочек, произойдет какая-нибудь хуйня, и потом ты в потемках бежишь, блядь, включать рубильник. А если сразу врубить рубильник, то все равно произойдет какая-нибудь хуйня, но уже как бы по-светлому бежать за этим кусочком. Я пойду врубать рубильник. Я что, долбоеб, что ли? Я его врублю, и все нормально будет. Все будет заебись. А-а-а! Блять, его нету. Ага. Ага. Пиздец. А вот он. Они наебали. Ага. А я шо, блядь, дурак, что ли? Ну, блядь, было бы логично искать его где-то рядом, конечно. Света есть. Ага, нет? Почему? Что, лампы спиздили? А, или нужно этот включить? Еще этот выключить. О, сука, блядь. Нахуй ко мне не подходить, блядь. Ага. Все, блядь, миссия он комплетед, блядь. Я взял этот. А сколько их собрать, кстати, надо? А как это посмотреть, можно? Не, нихуя не нажимается. Заебись. Там дверь мне должны были открыть, пацаны. Не, нихуя. Угу, нет. Обратно идти? Я ебал. Это что? Стирали машинку. Ух, сука. Почему свет не включился? Ты, сука, за свет платил, не?
Почему? А там он включился, да? Нихуя он не включился. А, или включился? Нет. Блять, уже игра, уже идет отклонение от логики, блять, игры. То есть обычно ты заходил в подвал, брал дощечку, кусок, и уходил вот через ту дверь. А теперь она закрыта. А теперь что, ты должен туда идти? И этот рубильничек больше не опустить. А что, может что-то надо здесь еще сделать, взять, я не знаю. Почему нельзя взять кишу, пиздить, если что, вдруг? Ладно, раз уж мы зашли так далеко, бля, хули бы не вернуться назад. А вот, это книжки. Читает чувак. Хули, пошли назад, для чего делать? У нас, блядь, дороги назад нет. Нихуя не включить. Если бы я вот так вот реально, блядь, оказался в такой ситуации, я бы охуел. Я бы, блядь, сначала обосрался, а потом бы охуел. А потом одновременно, блядь. ОПЦ. А, нет, все нормально, все так же было. Ой, ну давай, давай. Не? Кино не будет? Закрыто. А здесь? Да сука, а куда идти-то, а? Блять, это был просто байт на то, чтобы вернуться обратно. Сейчас я буду идти туда, а там какая-нибудь хуйня реально произойдет. А, не, свет, вот там все-таки загорелся, но больше... Опять звук нахуй, а? Короче, в таких играх нельзя сильно сосредотачиваться на чем-то, иначе ты попадаешься вот на эту вот уловку со скримером. Ладно, хорошо, здесь включился свет. Значит, мне нужно было вернуться. А, о! Ах ты сука! Ебать, мне просто для того, чтобы открыть двери, надо было хуй знает куда обратно вернуться, а? Вы чё? Вы чё, сука? О, блядь. Все хуйня, не обращаем ни на что внимания, играем как... Пирог. И телек. Ты хорошо этот колодец помнишь? Ну. Видел недавно. И. Сука, что ты такая страшная хуйня? А что с этим колодцем не так? Короче. Короче. Я, блядь, уже как-то. Все? Не хочу играть дальше. Что мне сейчас делать? Вот что мне делать? Что? Ну я помню колодец. Чё? Сука, блядь, этот звук ебаный. Блюр, это жестко. Ладно, пошли. Там должна была открыться дверь. Она открылась. Она, сука, открылась. Ёб твою мать, что? А, это зеркало. Ты шутишь? О! Мы закончили пятую главу. А вот. На сегодня порции кирпичей мне достаточно. Поэтому, если кто-то хочет увидеть продолжение прохождения этой прекрасной, незабываемой инди-хоррор игры, ставим лайки, пишем комментарии. И может быть, проходя ее дальше, я не обосрусь. Всем спасибо за просмотр. Пока.